Всем привет, с вами Прия. Сегодня, наконец-таки, вскрою легендарочку на разбойника. Разбойника прокачал только сегодня, только недавно, как раз стартануло нападение в Асуне, и решил воспользоваться этим моментом для прокачки и последующего вскрытия легендарки в специализации ликвидация. Я надеюсь, это будет не предаст и не килджиден. Поехали. Ну-ка. Ох ты ж, ничего ж себе. Вот это да. Вот это хорошая легендарочка. Вот это мне нравится. Она же бисовая. Обалдеть. Чё там? Разбойники многие сейчас меня будут ненавидеть. Я правда. Ну, что я могу сказать? Хорошая легендарка. Очень полезная, я бы сказал. Вот. Что еще могу сказать? Очень. Очень хорошая, да. Только надо затрансмогрифицироваться. Ага. А вид у нее такой же, как у сета с души дракона. Тот, что с нормала. Интересненько. Так, что нужно Яка призвать. И все это дело реализовать. Ну, я приятно удивлен, на самом деле. Это весьма хорошая легендарка, которая упростит кач. Если я все-таки решу прокачивать разбойника. Так, в чем у меня была трансмогрификация? Поглощающие свет на плечнике. Вот оно. Сколько там? Что, я не понял. 76 голды? Серьезно? Ну и ладно. Пришло время вернуться в оплот. И можно выходить с разбойника еще лет на 20, наверное. Как бы не больше. Всех вам благ. Счастья там, здоровья. Чтоб легендарки падали качественные. Чтобы... говорится, падали они в большом количестве, и только самые нужные. Берегите ноги, не болейте, чекайте всякие различные видосики и извлекайте для себя полезную информацию. До скорого!